Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и если вы за то, чтобы всегда быть в курсе того, что у нас в игре происходит и будет происходить в будущем, подписывайтесь на канал прямо сейчас, потому что здесь самые оперативные новости и самые оперативные обзоры всего, что постят разработчики. И буквально пару минут назад разработчики выложили видео, в котором попытались проинформировать нас о том, что нас ждет в этом месяце, а в апреле действительно будет очень много событий. Видеоряд, как обычно, очень короткий, информации в нем впихнули, ну, прям в край очень много, и я постараюсь успевать за видеорядом для того, чтобы озвучить свое мнение по поводу того, что нас ждет и как я к этому отношусь. Ну что, ребят, давайте будем потихоньку начинать, а точнее начинать очень быстро, потому что видео составляет всего лишь одну минуту. Ну что, погнали! ПВП 100 наконец-то обзаведется своим личным легендарным внешним видом. Его действительно машине не хватало и смотрится довольно-таки прикольно и интересно. Стоит также отметить, что да, действительно будет ивент на слив ресурсов в этом месяце. И главная награда Центурион МК5-1, а также контейнеры Deluxe, из которых мы скорее всего заберем себе какие-то коллекционные машинки. Переводят в новое качество ряд легендарных внешних видов для проходных танков. Мелочь, но приятно. Чем красивее игра, тем приятнее в нее играть. Ивент за донаты без него. Без него сможете забрать себе бесплатно Рено G1, а с донатом сможете забрать себе, скорее всего, какую-то другую восьмерочку. Появляются новые легендарные внешние виды для ряда проходных машин и плюс еще новый атрибут ангара. Два мини-квеста, один на неизвестный танчик, а второй за 350 тысяч урона сможете абсолютно спокойно забрать себе AMX CDA-105. Плюс к тому, ребят, стоит отметить, что будет еще один мини-квест, в котором можно будет забрать сниппеты, бустеры, обвес и великолепный каму. Вот такие вот новости. Надеюсь, я все успел вам рассказать. Ну а если вы за своевременность, то подписывайтесь на канал. Я действительно стараюсь специально для вас. Побежал снимать следующее видео. Вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.